Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вы наверняка заметили, что как-то веб-камера немного по-другому стала, не так ли? Дело в том, что моя веб-камера сломалась. Она просто вообще теперь ничего не показывает. Просто белый экран и все. Не показывает ничего веб-камера. Поэтому мне пришлось заменить ее своим смартфоном. Поэтому вид, может быть, обзор немножко отличается. Да, так снимать сложнее, но ничего не поделаешь. Без веб-камеры я как-то вроде тоже как-то неправильно будет снимать, потому что веб-камера стала одной из главных фишек канала Максимадзе. Поэтому, извините уж, придется... Надеюсь, веб-камера починится. А если не починится, то придется, конечно, купить новую. Надеюсь, телефон не сядет или память не забьется в нем. Камера. Короче говоря, сегодня у нас моды на игру «Когда со соседа». Мод называется «Что если?». И три точки. Так, обычные реальности. Что если сосед извращенец? Как мы прекрасно знаем, сосед тот еще извращенец. Но в реальности... Но в этой реальности он еще более грязный извращенец. Что-то, по-моему, мы такое уже видели. По-моему, мы какую-то версию этого мода уже играли. Ну, короче, давайте... Посмотрим. Версия 1.4. Ой, это этого мода. Пришлось, как видите, вернуться во времена 2018 и 2001 половины 2019 года, когда я на своем канале тоже вместо вебки использовал телефон. Правда, тогда у меня был другой смартфон, более старый, с менее хорошей камерой. В 2020-м я более современный смартфон себе купил. Xiaomi Redmi Mi 8 Lite. Ой-ой. Ох, как успел. А, он смотрит на эту картинку. Вот извращенец. И правда извращенец. Да, пакости другие, как видим. Тут у нас другой курсор. Наверное, здесь надо фломастер. Или нет? Нет? Срезать? Эй, это слишком банально. Надо что-то другое поделать. А что тогда надо? Ага. Ну я не знаю, что еще можно придумать. Это тоже нет. Ага, это вот так. А, все, я понял, что это за пакость. Надо прилепить это туда. Так, ну плоскогубцами скрутить, наверное, надо это. Это явно. И клей явно сюда. Почему я в 2018 и 2019 использовал телефон, а не веб-камеру? Потому что у меня ее тогда не было. Логично вполне. А все, уже не надо. Так вот, кто фломастер, я что-то не в курсе. Пустую рамку смотреть нельзя, да? Так вот, что с фломастером делать? Я что-то не знаю пока. Постер, наверное, надо фломастером постер разукрасить этот. Не знаю вообще, как она могла сломаться, вообще понять не имею, что произошло. Просто включаю, смотрю, там белый этот. Белый ничего не показывает. Ничего.
вообще нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в общем, я не могу снимать без вебки. Все-таки фон, да и вообще, я просто на камере, это одна из главных фишек канала. Нельзя снимать без вебки. Я помню, было одно видео, где я забыл вебку включить. И оно снялось без вебки. Но это была случайность, обычно я такого не постараюсь не допускать. Бывает такое вполне, что забыл включить вебку. Вон, Куплинов. Куплинов Плей, который тоже один раз забыл включить вебку, я помню. Это где-то... Это по игре Детройт где-то было. Он там забыл включить вебку. А, блин, его надо было к телевизору подманить. Ну ладно. Чтобы он посмотрел. Ладно, короче, давайте закончим уровень. Я немножко не так сделал, ну и ладно. А что, если сосед живет в России? В этой реальности сосед живет в России. Наш сосед курит у себя в гостиной, иногда ходя за очередной порцией пива. Как же Вуди улучшить момент для пакости? Поживем, увидим, решает Вуди, незаметно пробирается в дом. Окей. Начинаем. Не понял, погодите. Мне показалось, или там был уже не Вуди? А, нет. Показалось. Я думал, там собака. Я что-то неправильно смотрел, видимо. Сосед живет в другом доме. А, заперто. Хороший рисунок. Что это? Лекарство от кашля. Очень противное на вкус. Но я так понял, это в пиво надо добавлять. И, конечно, и он, конечно же, пойдет в ванную. Ну или в эту сигарету. Ну в сигарету, в эту... В трубку, скорее всего, порох надо. А здесь что? Куда флом... А, все, все уже готово. Кафу слишком много одежды, чтобы спрятаться. С пылесосом что делать? А, подождите. Я что-то забыл. А, нет, не забыл. А, все, 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 все. Он на портрет, кажется, смотрел. Миш Босс, автор этого мода. Что если сосед вор? Это реально сосед стал вором. Сосед стал вором и ворует всякое добро. Периодически сосед спускается на первый этаж, чтобы
по телефону обсудить с сообщником следующий грабеж, Вуди, которого наняла. Полиция должна выбесить особо опасного преступника, чтобы потом полиция могла взять его в тюрьму. Из-за кое-какого прикола сет может неожиданно побежать в туалет. Ладно, хорошо. Сосед снова живет в своем старом доме. Он наворовал много вещей. Пиво. Золото. Трофей аж целый. Ружье. Патроны. Ружье, из которого он стреляет. Использует для грабежа, видимо. Ружье, наверное, он украл тоже у кого-то. Это что такое? Страница из газеты. Разыскивается Винсент Ротвейлер. Напоминаю, кстати, что Винсент это не официальное имя соседа. Просто вот мистер Ротвейлер, вот это официальная его, так сказать, фамилия, которая была подтверждена в консольной версии. Консольную версию это не фанаты, а сами разработчики сделали, поэтому это официально. Его имя, можно сказать. Что с этим делать? А, наверное, это на телефон надо. Так было в консольной версии. Что там происходит на улице? Да, точно. Сейчас будет классно. Камера не нагрелась еще. Уже теплая. Снимем этот выпуск, посмотрим, что у нас по следующим модам пойдет. Я, наверное, даже не буду прерывать запись. Я просто, когда переключаюсь между модами, когда на следующий перехожу, выключаю запись, потом включаю там. Сейчас, наверное, так делать не буду. В принципе, какой на самом деле смысл-то вот? Можно же просто взять и обрезать. Осталось два уровня. Что если мама соседа переехала к соседу? В мире много фантазий, много самых разных реальностей, но это одна из самых интересных. Мама соседа переехала к соседу жить, чтобы смотреть за своим сыночком, не выходя из дома. Однако ей не понравился второй этаж, и его начали делать с нуля. После 9 месяцев работы дом был закончен, мама соседа часами спит, а сосед пытается ей угодить. Все 9 месяцев Вуди только и слышал шум во время перестройки, так что пришло время мстить. Хорошо. Вот так второй этаж, блин. Что это за штучки? А, рисование. А зачем рисование в ванной? Наверное, чернила туда надо. А чё не выделяется-то? Во. Я забыл бумагу туда применить. О, сейчас красоту нарисует. Можно спрятаться на совершенно шезлонге. Интересно, проделана ли анимация этого нормально или нет.
Черт. Ладно. Зато не забудем бумагу применить в туалет. А, кстати, заодно и на шезлонге. Спрячемся, забежим туда по-быстрому и спрячемся. Ну, портрет не действует в этой, на этом уровне. Порошок. Ванную он надолго задержится, поэтому быстренько бежим делать пакости наверху. Что это, кстати, такое синее? Я не прочитал нифига. Кастрюля с водой. А, сырые макароны. Он это в кофе, наверное, добавить надо? Или это в кофе? Или это? Ну, видно немножко, что у него одежда из второй части. Очки, что торчат на голове. Ну и ладно. Анимация переделана, это все равно хорошо. А, наверное, надо было взять эту кастрюлю теперь. Наверное, не успел уже это сделать. Но ничего, сейчас сделаем. Куда что ли? Куда тогда? Надо часто прятаться, чтобы не попасться. Но это я уже понял. Чашки какие-то там. Надо, наверное, туда что-то применить. Ладно, сейчас попробуем. Сейчас он уйдет вниз и попробуем. Что у нас тут за чашки? Нет. Нет. В общем, я не понимаю, как этот уровень проходить. Если... А, тут еще что-то есть. Ладно. Этот тоже проверим уровень. Какой-то бонусный уровень еще внизу. Опасные какие-то реальности. Сейчас этот посмотрим. Ой, а что так много-то? Так, ну, деревяшки знакомы нам уже из консольной версии. Так, наверное, он после этого пойдет в ванну. Наверное, мы сейчас проиграем, ну, мало ли. Блин. Ладно. Кто знал, что он в ванну пойдет? Или это не молоток? А, молоток, да. Расхреначить молотком пылесос. Мы хренакнули молотком по пылесосу, от него откололась какая-то часть. Ha ha ha!
Надо поторопиться. А, проглядел даже. Какая бутылка с мыльной пеной? Что за... Погоди. Это какая-то недоделка какая-то, походу, дело. Она еще снимает, да? Что-то не видно ничего, она будет снимать. Ну и последний уровень. Что если КДС это хоррор? В этой хоррор-реальности дом мистера Ротвейлера более темный, а сам Ротвейлер не является человеком, а скорее мутантом со своими принципами. Вуди не лучший из доброго паренька, который всего лишь желает справедливости. Он превратился в эгоистичную личность, что издевается над Ротвейлером просто так. Более того, Вуди и Ротвейлер в этой реальности даже не соседи, но на Вуди, да. О, боже, как здесь темно. О, он даже... Автор даже смог проделать анимацию дверей, чтобы они не светились при открывании. Респект за это. До этого никто так делать не умел почему-то. До этого так никто не делал в модах. Раньше при открытии они все время светились. Ну разве что. Вот здесь не доделано немного, что они светятся, персонажи. Но насчет дверей это уже респект. Ой-ой-ой-ой-ой. Так давайте заново. Ну такого хоророчка я бы не сказал. Телевизор немного странный, конечно, что не светится, но и ладно. Какую запертую дверь? Комод открывай. Даже звук дверей другой. Как он смог это реализовать? Это же сложно. Плотно закрыт, даже не на замок, видимо. Ах, блин, надо было прятаться в бочке. Я что-то забыл. Он даже вот так не делает. Блетки. Да, какой-то сложный уровень.
Это сложный уровень, ладно, давайте не будем его проходить. Ну, короче, на самом деле мод даже до галочки дотягивает. Мне понравилось очень. Ладно, давайте идем к следующему моду. Так, следующий мод не имеет названия, и я, честно говоря, даже не вижу никаких отличий. Кроме того, что здесь меню. Он писал, по-моему, отличия, но я не могу сейчас их посмотреть, потому что у меня телефон на камере. Ладно, давайте посмотрим, может, сами их увидим. Ага, есть отличие. И это они... Ага. Окей, окей. Мы играем за соседа, бегущего на месте. Можно еще бежать вот так, правой кнопкой мыши. Бегущий сосед, блин. Дальше больше. Мы уже немного продвинулись. Если вы свободно управляете вокруг Вуди, у вас есть время осмотреться вокруг и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Описание вообще не изменено. Короче, мы играем за соседа. Давайте смотреть, каково это. Это что такое? А, это использование. Хорошо. Ладно, посмотрим. Мы играли уже в... Мы очень-очень давно играли в мод, где был Вуди вместо соседа, а сосед был вместо Вуди. Это был 4-й выпуск. Выпуск назывался «Худшие моды». Кстати, очень-очень много просмотров он набрал. Что-то немножко запоздал. Сразу пикник. Ладно, давайте смотреть. Ага, только есть подвал и кабинет. То есть, получается, уровень тот же самый, я так понял. Анимации никакой вроде нет. Но еще и ограничалка, которую надо, похоже, убирать. А, ну типа не выключено, что ли? Использовать хрен знает чего. Короче, я так понял, уровень... тот же, как бы, тот же самый пикник на балконе, только... А, кстати, а что будет, если попасться? А, это время вышло. Так, а его вообще можно выключить? Да, надо его выключить, оно мешает только. Тот же самый пикник на балконе, только открыты все комнаты. Сделал гаду сердцу радость, давайте смотреть это. Здесь будет тоже открыты все комнаты. А, нет, не будут. Было бы, кстати, неплохо сделать мод на кадастр соседа, который... в котором те же самые пакости, все те же самые уровни, но при этом открыт весь дом. Была бы неплохая идея, кстати, я думаю. А, погодите, мы теперь за Вуди играем. Здесь ничего нового нет. Давайте смотрим следующий уровень. Здесь, наверное, все так же будет. Да. Давайте вернемся сюда. И проверим, что будет, если попасться Вуди на глаза. Играя за соседа. Иди быстрее, блин. Эх, не успел. Вуди слишком быстро бегает, мне его не догнать. Ну, примерно то же самое, что в том говномоле. Я до сих пор помню
Этот мод вообще отстой какой-то был. Мне кажется, эти уровни даже нету смысла проверять. Ну, действительно. Все то же самое. А как насчет этих? Окей. Нифигашеньки тут нового. И здесь тоже. Суноход и утренняя гимнастика. Мне кажется, вообще смысла нету даже смотреть. Ну что ж, ладно, мы посмотрели этот мод. В нем вообще мало изменений. От него особо вообще толк и непонятно. Идея вот в первых трех уровнях играть за соседа, конечно, прикольная, но реализована не очень-то хорошо. Тут случай, когда даже не знаешь, что поставить. Мод, скажем так, никакой, просто никакой. Вот такая вот оценочка у него. Ладно, на сегодня все. С вас Стейкос 500, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.